Учитель, приспешники Ордена Семи Убийств ворвались к нам. Наши братья. Что насчет Юньшу? Юньшу убит кем-то из Ордена. Он послал меня. Послал. Юни, я до последнего тебе не верил. Не думал, что ты все-таки решишься на это. Юни, так значит, ты... Старик, где полный канон шести царств? Хранитель правосудия, не забудь о своем обещании. Конечно. Почему убиты все монахи? Где Даос Цинсю? Даос Цинсю? Даос Цинсю? Даос! 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 Ты... Даос! Я Хуа Цяньгу. Я последовала указанию Даоса Цинсю отправиться на гору Шу. Учитель, что здесь произошло? Где сейчас Даос Цинсю? Я... Цинсю. Даос Цинсю? Вы и есть Даос Цинсю? Учитель, я Хуа Цяньгу. Я малышка Цяньгу. Вы помните меня? Ты... Малышка Цяньгу, хорошо, подойди поближе. Слушай меня внимательно. Сейчас же отправляйся к бессмертным в клан из вечного служения и передай Бай Цзихуа, что сеть, связующая небеса, украдена. Передай им, чтоб были начеку. Учитель, потерпите немного, я побегу за помощью. Малышка Цяньгу, слишком поздно. Малышка Цяньгу, я... Я это священное перо. Прими его, и ты станешь новым лидером клана горы Шу. Что? 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 Я не могу, учитель! Разве так можно? Малышка Цяньгу, ты единственная, кто остался из последователей учения клана горы Шу. Ты хочешь, чтобы я умолял? Нет, учитель, я возьму его. Хорошо. Хорошо. Когда придет время, отдай его моему старшему ученику, Юнь Иню. Скажи ему, что имя моего убийцы — Юнь И. Он предал клан Шу и перешел к Ордену Семи Убийств. Хорошо, учитель. Малышка Цяньгу, это полный канон шести царств. И еще трактат о мече клана горы Шу. Береги их. Они не могут быть утеряны. Малышка Цяньгу, учитель. Будь. Учитель! Учитель! Наконец-то я нашел его. Значит, полный канон шести царств всегда был здесь. Кто вы? Девочка, мне надо поблагодарить тебя. Давай его сюда. Ты плохо расслышала? Посмотрим, как ты сможешь убежать. Помогите! 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 Отдай мне это. Не отдам. Сначала придется убить меня. Как пожелаешь. Я просто не хочу запачкать манускрипт. Отдай его по-хорошему. Вы Юнь И? Именно. Это будет последнее имя, которое ты произнесешь.
Отпусти ее. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите! Почему у меня чувство, что мы уже встречались? Что происходит? Моя внутренняя сила слабеет. Сеть, связующая небеса и впрямь бесценное сокровище. Ничто не справится с ее силой. Как только мы соберем все 10 божественных орудий, весь мир падет к нашим ногам. Конечно. Адепты, слушайте мое указание. Есть! Охранять все подходы к горе. Чтобы и муха не пролетела. Поняли? Да, вперед! Куан Етянь, поторопись и сообщи новости владыке. И узнай дальнейшие указания. Да, хранитель правосудия. Через минуту я открою портал, сразу же беги. Меч, преодолевающий преграды. И само божество не вырвется из сети, связующей небеса. Почему этот купол опускается все ниже? Сеть, связующая небеса, постепенно уменьшается. И чем больше я оказываю сопротивление, тем быстрее она сжимается. Прости. Из-за меня ты попал в эту ловушку. Герой, знаешь ли ты наставника Бай Цзихуа? Он перед тобой. Значит, ты бессмертный клан из Вечного Служения. Наставник, перед смертью учитель Цин Цю наказал передать тебе, что Юнь И предал клан и украл сеть, связующую небеса. Я уже заметил. Если наверх не прорваться, я пророю туннель. Может, нам так удастся ускользнуть. Как странно. Почему моя внутренняя сила начала уменьшаться? Наставник, подожди еще немного. К завтрашнему дню мы выберемся. Руки поранила. Я очень устала и есть хочу. Наставник, булочек не завалялось? Нет. Что-то так булочек захотелось. Благородный наставник, если мы здесь погибнем, тогда получается, каждый из нас — это последнее, что другой увидит в жизни. По мне-то и плакать некому. Мои родители умерли. Я должна была попасть на гору Шу, чтобы найти Даоса Цинцю. Все должно было быть хорошо. Но не могла же я знать, что учителя тоже не станет.
А теперь из-за меня ты тоже заперт здесь. Иногда я начинаю сомневаться. Люди вроде меня, которые приносят всем беды, заслуживают ли они вообще счастья? У тебя нет друзей? Есть. У меня есть один единственный друг. Его зовут Мубин. Но в последнее время, если честно, я не могу четко вспомнить, как он выглядит. Ужасно с моей стороны, да? Если бы он узнал, то, наверное, очень бы рассердился. Перед тем, как стать главой клана, претендент проходит испытание. После испытания все смертные, с кем он повстречался, забывают о нем. Она не помнит моего лица, но и не забыла обо мне. Настоятель. Куда она делась? Она и Байцзихуа попались в ловушку сети, связующей небеса. Сеть, связующая небеса? Сеть, связующая небеса — легендарное оружие. Дан Чуньцю и его люди охраняют гору Шу со всех сторон. Она принесет им погибель. Умри, Байцзихуа, внутри волшебной сети. И можно сказать, он бы легко отделался. Но... Не переживай. Пока она рядом с ним, он не умрет. Игра только начинается. Я еще даже не начал. Братец Мо. Братец Мо. Братец Мо. В чем дело? Даже слегка касаясь ее, я практически теряю свою силу. Если мы не выберемся отсюда сегодня, то скоро погибнем. Готовься. Пойдем на прорыв. Байдзи решил потрепыхаться? Еще немного времени. И сеть, связующая небеса, окончательно пленит его. Свяжет его насмерть, перемолов кости. Благородный наставник, обо мне некому горевать. Оставь меня, спасай себя. Уже слишком поздно. Пригнись. Скорее поднимайся, сеть, связующая небеса, смыкается. Наставник, что же нам делать? Прыгай в яму. Скорее. Байцзихуа, встречай свою смерть. Как хорошо, что я ее вырыла. Но что же нам делать, если наверх не выбраться? Я и не знала, что моя кровь не только заставляет увидеть растения, но и может открыть сеть. Я отправлю тебя первой, уходи. Не дайте ей уйти, за ней! Thank you.
помощь! На помощь! На помощь! За мной. Жди меня здесь, я пойду за сетью. Покончи с собой. Не заставляй меня делать это. Убить себя? Ты полностью вырезал клан Горишу. Это смертельный грех. Я оставлю в живых всех остальных из Ордена Семи Убийств. Байдзихуа! Не считай, что ты лучший в мире. Мне все равно на это. В крайнем случае, я утащу тебя на тот свет за собой. Байдзихуа, сколько лет? Не думал, что стану свидетелем того, как ты обращаешь свой меч во зло. Они убили Даоса Цинцю и истребили клан Горишу, они заслуживают смерти. Это правда? То, что он сказал. Мудрый владыка, вы что, убили Цинцю? Мудрый владыка, это был не я. Это Юни. Пощади меня, владыка. Байдзихуа, я возвращаю тебе сеть, связующую небеса. Давай забудем об этом раз и навсегда. Сотни павших на горе Шу. Это цена их жизни? Чего же ты хочешь? Отдай мне Дан Чунцю и Юнь И. Мне нет дела до Юнь И. Но жизнь Дан Чунцю принадлежит мне. И пусть никто... даже не смеет тронуть его хоть пальцем. Достаточно ли это расплата за пропавшие жизни? Если я его убью, ты останешься доволен? Той! Шань Цяньмо, ты так мало ценишь жизни своих последователей? Отдай ему сеть, связующую небеса. Мудрый владыка, но... Ты правда веришь, что я не смогу убить тебя? Шань Цяньмо, следи за своими приспешниками.
Иначе нам не избежать столкновения. Не будет в том моей вины, когда я сравняю Орден Убийц с землей. Хорошо. Поживем, увидим. Так есть хочу. Благородный наставник, ты вернулся? Достал сеть? Достал. Уходим. Но я так есть хочу. Много дней нормально не ела. Идем. Секундочку, подожди меня. Держись. Что такое? Невероятно! Я первый раз летаю по небу! Держись! Что происходит? Каждый раз, когда она касается меня, сила моей магии слабеет. Я признаю, я совершил ошибку, мудрый владыка. Говори. В чем твоя ошибка? Я не смог украсть божественное орудие. Ты убил Цинцю. Потому что отправился красть орудие. Владыка. Божественные орудия были раскиданы по кланам. Я видел, что твоя магия обретает все больше мощи, и хотел собрать 10 орудий и выпустить древний хаос, чтобы владыка объединил Поднебесную под своим началом. Какая снисходительность. Послушай. Я не нуждаюсь ни в какой энергии древнего хаоса, захоти я и весь мир мой. Без чьей-либо помощи. Пусть сейчас клан извечного служения не сравнится с нами, но нельзя недооценивать возможности Байцзихуа. Если мы хотим уничтожить клан извечного служения, нам придется избавиться от Байцзихуа. Я слушался владыку. Но все, что я делал, во имя владыки. Во имя твоего вечного царствования. Довольно. У тебя всегда найдутся оправдания. Повторю еще раз. Если я захочу чего-то, я получу это. Я не нуждаюсь в твоей помощи. У меня сейчас нет настроения разбираться с этим. Создашь еще раз проблемы и расстанешься жизнью. Мудрый владыка, тебе даже не надо задумываться о таких вещах. Если ты мне веришь, то... Оставь это мне. То, что я возлагаю на тебя многое, говорит о моем доверии. Но я же говорил, не смей своевольничать. Еще раз ослушаешься приказа, Байцзихуа даже не придется утруждаться. Я сам порву тебя на куски. Исчезни. Да, слушаюсь, владыка. Благородный наставник, ты вернулся? Поешь что-нибудь, тут такие вкусные лепешки. Я не голоден. Это мне? Я уже оплатил счет за еду. У меня еще дела, я пошел. Благородный наставник! Что? Благородный наставник, у меня есть просьба. Говори. Пожалуйста, прими меня в клан извечного служения. Почему ты так хочешь попасть туда? Потому что... В любом случае, найти этого человека несложно. Тебе просто нужно отправиться к клану. Последователи клана должны подходить под высокие стандарты, а ты им не соответствуешь. Благородный наставник! Благородный наставник! Благородный наставник, прошу, прими меня! Мне больше некуда податься!
В нашем клане есть правило. Мы открываем свои двери для новых последователей каждые 5 лет. Через 3 года приходи и попробуй присоединиться. И еще. Я возьму на себя вопрос с горой Шу. И отправлю туда последователей других кланов. Все будет восстановлено, не беспокойся. Сколько бы это ни заняло, я буду ждать! И обязательно попаду в учение клана! Благородный наставник. Благородный наставник. Приветствую вас. Главы других кланов уже ожидают вас в большом зале. Хорошо. Вы в добром здравии? Тысяча клинков Ша Цяньмо перешли грань. Им даже хватило наглости пробраться на гору Шу и украсть сеть. Ша Цяньмо жаждет устранения всех кланов. Согласен. Став во главе Ордена Семи Убийств, он стал слишком силен. Похоже, его цель — 10 божественных орудий. И если эти догадки верны, кланы, охраняющие эти артефакты, больше не смогут спокойно жить. В такие времена мы можем лишь поставить везде своих людей. Война кланов — не лучший выход. Я пригласил всех вас, чтобы определить место хранения 10 орудий. Мы готовы выслушать ваше решение. И как же вы определите место хранения артефактов? Сделать это будет непросто, но приняв решение, я сообщу о нем каждому из вас. И кто бы ни был выбран ответственным, надеюсь, главы всех кланов сохранят эту тайну. Судя по происходящему, некоторым кланам просто суждено претерпеть неудачу. Именно. Мы оберегали 10 божественных орудий в течение 1000 лет. Они давно стали сокровищем кланов, если мы, глава Ли. Только что было сказано, что это решение будет принято непросто. И мы рассмотрим мнение каждого. Что думает каждый из вас? Ничего не выйдет. Разве мы можем так поступить? Мнения кланов разделились. Похоже, мне придется искать другой выход. Как ты можешь быть таким беспечным? Если что-то случится, на этот счет у меня свои планы. Но ведь он уже вернулся от небес. Опасность миновала. Ты! И как ты собираешься защитить сеть? Как только я восстановлю ее, я передам ее в выбранный клан. Ты правда хочешь взять на себя такую ответственность? Да, Цзэхуа. Если только тебе будет известно местонахождение божественных орудий, Орден Семи Убийств нацелится именно на тебя. Положение вещей на данный момент говорит о том, что мы не можем доверять этим кланам. Ша Цяньмо не сможет одолеть тебя. Но если против нас выступит Орден Семи Убийств, нельзя гарантировать нашей победы. Я должен преодолеть 10-ю ступень бессмертия. Только так я смогу выступить против Ша Цяньмо. Даже если ты уже готов приступить, это все равно очень опасно. Не время так рисковать. Думаю, дальнейшее обсуждение бессмысленно. Цзэхуа! Тебе смешно? На чем ты смеешься? Ты даже не помог его переубедить. Вы так и не поняли, какой он человек? Приняв решение, он от него не отступится. Госпожа, наконец-то я дождался. Что вы здесь делаете? Я знал, что вы хотите попасть на гору Шу, вот и ждал вас у подножия. Ждал 2 дня и 1 ночь. Вы меня ждали?
И чего вам надо? Я так и не узнал ваше имя, и откуда вы? У меня нет дома. Так вы сиротка? Досадно, конечно, не лучший вариант. Ученый братец, я родилась под недоброй звездой. Вам лучше бежать от меня, иначе вас будет преследовать полоса неудач. Я же мужчина, разве гоже мне бояться смерти? Я запятнал вашу честь, и я готов держать ответ за это. Да ладно, не нужно. Просто сделайте вид, что ничего не видели. Но как я могу? Если знаю, то знаю. Я же видел вас, как могу делать вид, что нет? У вас есть старшие или братья? Я готов идти просить ваши руки. Не надо! Не надо вам брать на себя ответственность. Просто расходимся. Госпожа! Госпожа! Госпожа, аккуратнее! Не поскользнитесь! Не ходите за мной! Не ходите! Я так не узнал вашего имени, где вы не живете! Не ходите! Десятые ступени бессмертия достигнуть сложнее, чем небес. Научите меня. Если ты хочешь преодолеть эту ступень, тебя должны сопровождать два качества — спокойствие и покорность. Нет, наш глава в опасности. Благородный наставник! Наставник! Благородный наставник! Благородный наставник! Наставник! Я здесь. С вами все в порядке? Да. Во время медитации я загнал себя в ловушку. К счастью, все обошлось. Взгляните на это. С вашим камнем жизни что-то не так. Только что видение показало мне лед и пламя. Возможно ли, что протрубил мой злой рог? Цзихуа, на пути жизни тебя ждет переломный момент. И этап полной опасности. Не сумев преодолеть его... Ты исчезнешь навсегда. Учитель, наставьте меня. Это грань между жизнью и смертью. И за ней тебя ждет полоса неудач. Учитель, можно ли этого как-то избежать? Это не назвать неудачей или бедой. Это человек. И сможешь ли ты преодолеть кризис? Зависит только от тебя. Это клинок, пресекающий молитву. Он станет твоим помощником. Что вы имеете в виду? Убей, не знаю пощады. Я последую вашему совету. Учитель, как узнать, что рог вступил в силу? Камень жизни несет теплый свет добродетели. Он подаст вам знак. Вы оба не должны терять бдительности. Наставник, вы так и не смогли преодолеть десятую ступень. Связано ли это с началом действия рока? Как вы планируете поступить? Я послушаюсь учителя и спущусь в царство смертных.
может быть. Пришел со мной? Так это из-за нее я окажусь на грани жизни и смерти. Ты здесь охотишься на демонов? Рядом с ней я теряю силу. Здесь есть демоны? Здесь есть демоны? Пришли! Опять вы! Как вы нашли меня? Это заброшенный храм, единственное убежище. Вот я и решил подождать тебя здесь. Вы не видели хворост и одеяло? Я уже все приготовил. Я Данфан Юйцин, а это... Это высокий бессмертный Бай Цзихуа. Так вы бессмертный. Простите меня за грубость. Вы же торопились на экзамен в столицу. Давайте торопитесь. Я не оставлю здесь свою женушку одну. Уходите! Я не уйду. Женушку? Нет, вовсе нет. Я ему не жена. Точно. Официально мы еще не женаты, потому что у нас нет никого, кто мог бы обвенчать нас. Так вы близки с бессмертным? Замечательно. Если наш союз соединит такой благородный муж, это будет удачей. Да прям. Я борюсь с демонами. Вам стоит обратиться к специалисту по брачным церемониям. Благородный наставник! Благородный наставник! Благородный наставник! Благородный наставник! Это вы виноваты! Из-за вас он ушел! Да не стал бы он вести себя так мелочно. Но, женушка, его имя уже давно на слуху. Я и подумать не мог, что вы знакомы. Потрясающе. Мы виделись лишь пару раз. Но рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Да невелика потеря. У тебя еще есть я. Вы? Тогда у меня точно нет шансов. И никогда не называйте меня женушкой. Но ты не представилась, и у меня и выбора-то нет. Слушайте внимательно. Меня зовут Хуа Тянь Гу. Что? Хуа Тянь Гу! А, Хуа Тянь Гу. Тогда теперь я буду называть тебя дорогая Тянь Гу. Или просто Тянь Гу. Поступайте, как знаете. Главное, чтобы не женушка. Все остальное мне пойдет. Главное, чтобы не... Тянь Гу! Проголодалась? Вот, фрукты на перекус. Не хочу есть. Почему вы еще здесь? Уже поздно. На всю ночь решили остаться? Нет, мужчина и женщина не могут быть так близки. Я не запятнаю тебе честь еще раз. Да что вы несете? Прости, снова нарушил законы приличия. Я хочу сказать, что мужчина – защитник дома и страны. Поэтому ночью я буду охранять твой сон снаружи. Кушай скорее. Не нужно голодать. Сейчас разожгу костер и выйду. Ешь пока свежие. Похоже, Хуа Цянь Гу и есть мое проклятие. Учитель, как же мне поступить? Убей, не зная пощады. Thank you.
锁，跌入这温柔漩涡。千丈风波，万般蹉跎，情谊都不曾变过。一世牵绊，一念成火，还执意一错再错。一瞬之间，一生厮守，粉碎承诺。爱上你，爱上了错，失了你，失了魂魄。可笑命运捉弄，来世今生无处逃脱。不是你。笑一步一伤心，一步一劫难，化作飞蛾扑火。因为爱上你，我才成了我，共你沉默。将命运捉弄，来世今生无处逃脱。不是不可说，是我不能说。相拥着承诺，别怪我懦弱，情不容你我舍，我护你而活。